На городских улицах прямо сейчас находится Ильдар Абитов и готов рассказать нам о том, какая погода ждет нас 6 июня. Ильдар, передаем тебе слово. Доброе утро еще. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Да, вы совсем недавно рассказывали и говорили про летние сумки, а вот у меня к вам следующая информация. Как легко почувствовать себя где-нибудь на пляже? Можно через тактильные ощущения. У меня в руках не просто камни, это морская галька, привезенная с Черноморского побережья. Таким покрытием усыпана вся детская площадка в новом пространстве парка Охта-Окервиль. Помимо этого, помимо большой детской зоны, здесь оборудована еще и вот такая вот зона с тренажерами, полоса препятствий, велосипедные дорожки, а также крытая площадка со скамейками для отдыха. Стоит отметить, что это первый в Петербурге проект, над которым в тандеме работали и петербуржцы, и архитекторы. Ну а на протяжении всего лета здесь, на базе креативного пространства ВАТА, будут проходить всевозможные творческие и спортивные мастер-классы. Йога, бачата и многое другое. Тем более, что погода позволяет. Вот, кстати говоря, о ней. Сейчас в городе плюс 14 градусов тепла, днем будет до плюс 18. Мы находимся в Красногвардейском районе. Здесь традиционно стоит Свердловская набережная, ну а пробки в городе сейчас показывают нам 4 балла. Поэтому будьте аккуратны, ну а всем вам я желаю бодрого, хорошего, продуктивного дня. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, спасибо, Ильдар. Всем нам солнечного, продуктивного петербургского дня.